Это надо пройти. Сколько раз это мне говорили, но сейчас, обернувшись на пройденный путь, понимаю, что все то, что мной пройдено было, нужно было пройти, чтобы мудрость небес почерпнуть. Это нужно пройти, но так часто и ропщешь, и злишься, и так хочется крест свой оставить и просто сбежать. Это нужно пройти, хоть порою нет силы молиться. Это нужно пройти, чтоб другим опыт свой передать. Может быть, кто-то один ухмыльнется и скажет: «А что тут такого?» А другой удивится: «Ты как это выдержать смог?» Потому что твой путь не назначен путем для другого. Это лишь для твоих, может быть, и израненных ног. Это нужно пройти, все пройти, и страдания, и боли, этот опыт ошибок, возвратов, даже упасть. Это нужно пройти очень узкой и тесной тропою на пути в небеса, чтобы что-то понять и постичь. Это нужно пройти. Даже если сейчас непонятно, в горле ком, и опять рвется крик из души, это нужно пройти, чтоб потом, обернувшись обратно, ты увидел, Христос шел с тобою всегда впереди. Исаия 41:10. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Аминь.